Жители Новоказанцева пытаются спасти свой новый дом от возможного разрушения. Оказалось, один из собственников устроил перепланировку квартиры на первом этаже, чтобы построить магазин. Как соседи пытаются помешать бизнесмену, расскажет наш корреспондент. Образовалась в доме трещина. По всему фасаду идет. Больше десятка возмущенных человек собралось возле дома по улице Строительная, 2, чтобы помешать реконструкции фасада. Сейчас из этого окна пытаются сделать крыльцо, а в самой квартире, судя по всему, планируют обустроить магазин. Но, по словам жильцов, их согласие якобы никто не спрашивал, а документы, разрешающие возведение коммерческого объекта, вызывают сомнения. Значит, в настоящее время у нас построены здесь, посажены, вернее, ели по решению жильцов дома. Но какие-то коммерсанты решили открыть магазин. 70 с лишним процентов жильцов дома против этого. Подписи собрали, отдали в прокуратуру. Ждем ответа. Правда, разговаривать возмущенным пришлось не с собственниками квартиры, а с работниками охранного предприятия, которые подоспели к месту. А какое отношение вы имеете к придомовой территории? Без комментариев, знаете такое слово? Все. Полицию ждем. Секьюрити заняли позицию у окна и объяснять ничего не стали. По непроверенным данным, здесь планируют построить алкомаркет. Сейчас недовольные жители написали заявление в прокуратуру и администрацию города в надежде на помощь. Оксана Кравцова, 31 канал.